Привет! И сегодня мы поговорим о точных науках. В случае же нашего сегодняшнего героя видео не очень точных. Если сейчас можно измерить практически все в точности до миллиграммов или даже меньше, то раньше допускалась погрешность 100-200 граммов. Итак, в наши руки попали весы со времен СССР, датированные 1953 годом, в очень плачевном состоянии. Взвешивать на них нет смысла, но вторую жизнь они точно заслужили. Кстати, а знаете ли вы, как они называются? Напишите в комментариях. Для начала нужно разобрать на части. Путем нехитрых манипуляций выкручиваем уж очень заржавевшие винтики. Снимаем стопор для гири, а затем снимаем саму гирю. Далее молотком выбиваем штифты для балансиров. И снимаем гири для регулировки нулевого положения. Кладем в небольшую тару все части весов, смазываем жидкостью для снятия окраски . Зачищаем краску щеткой . Теперь можно приступать к ржавчине. Хорошо, но недостаточно. Сначала используем круг с мелкой наждачной бумагой. А затем насадку щетку. Теперь все как новое, и даже можно увидеть, что здесь написано. Что это за метки? В небольшую емкость наливаем льняное масло, нагреваем винтики и колечко до красноты и бросаем в масло. Этот процесс называется воронение, и его суть заключается в создании пленки на поверхности изделия для защиты его от коррозии. Забиваем штифты на место, и после этого можно приступать к грунтовке. А затем красим в красный и черный цвета. Пока краска высыхает, сделаем новую чашу из дерева. Циркулем отмечаем круг. Вырезаем. И с помощью круга для грубой обработки дерева придаем форму чаши.
а затем лепестковым кругом придаем более гладкую поверхность. Снова горелка и снова обжигаем с двух сторон. Очищаем от угля и покрываем лаком для дерева. Готово. Стрелка высохла, теперь красим остальную часть, только уже в черный цвет. Все элементы готовы к сборке. Вкручиваем в чашу крючки для крепления цепи. Через одно звено цепи протягиваем провод. Затем через отверстие в чаше соединяем с патроном. И теперь все готово. Или нет? Вкручиваем лампочку, ставим кактус и выравниваем по стрелке гирей. Вот теперь действительно все готово. Мы превратили старинные весы в предмет интерьера, лампу и даже подставку для цветов. Если вам понравилась такая тематика, обязательно ставьте лайк и смотрите прошлое видео, где мы дали вторую жизнь старинному топору. Увидимся через неделю.